Доброе утро, девочки. Сашка сегодня не в настроении здороваться, вредничает. Ну, конечно, мама с папой приехали. Что ж теперь? Можно понервничать, повредничать. Сейчас поедем. Папа. Да, папа, да. Надо вон мусор надо вытащить, ребят, приедем. Папа вон велосипед в ремонт. Отремонтировали. Не знаю. Отремонтировали, но не держится. Нечем зажать там как следует. Олег. Я могу открыть. Закрыто, Саш, поэтому не можешь открыть. Банда, команда целая. Так что доброе утро, девочки. Погода хорошая, небо чистейшее, красота. Мы с Танюшкой в белом сегодня. А я опять обстриглась. Не могу эти лохмы в разные стороны. Вот. Да, я вся вон в Голливуде. Мне Наташа подарила нумеролог. Вот такую итальянскую футболку. Она тут надпись под мышкой и на спину выходит. Ну ладно, мы поехали. Дима, мать, нет, не поедешь? Там в другом месте найдем. Не падает. Я и забыла, что сегодня цыганский рынок. Там толпище. Да, толпище. Там он, видишь, что творится. Вон он. А где огромный? Вот такой. А, Таня, а ты хотела в книжный магазин? Ну, я хотела Сашке книжку какую-нибудь посмотреть. Нет, у меня есть книжка почти. Вот, тут алфавит. Генбанк открыли, а я все алфавит, думала, что мам. Тут будет. А с алфавитом тебе надо книжку? Да. Это хорошая книжка. Ой, надо. Это магнит. Магнитные надо? Будешь на холодильнике буквы крепить? Авария! Да нет, где? Да. А, машина поломана. Авария. В аварии убивала машина. А куда ехал? Этого в среду тут. Как говорят, кого год не видел, можно на цыганском рынке встретить. Как тут можно не видеть кого-то год? Не знаю. Я уже многих людей в лицо знаю. Дома? Где собака? Что, какие указания? Заплатила я за интернет. Приехали на рынки. На рынок надо зарядить аккумулятор. Солнышко прям припекает. Хочу вам сказать. И Саше надо панамку купить. Потеряли панамку. Давайте. Костя, мы поищем панамки. Ну, на цыганский рынок я даже не сунулась. Там народище. Да, собственно, так-то ничего и не надо. Я хочу, как у Марины у Кудрявцевой, большущий таз пластиковый с ручками высоченный. Но здесь таких нет. Он даже как не таз, ведро скорее. Ведро с ручками. Тут нет таких, не привозят. Так, Костя пошел, велосипед понес, а я пойду схожу за сигаретками. Кому чего. Ой, прям солнышко припекает.
прилично. А посмотришь прогноз погоды 20. Нет, совсем не 20. Лепешки прям вот свежайшие. Прям такие. Как не купить-то? О, отремонтировали? Доделали. А там надо было закрутить посильнее. Так, и аккумулятор сейчас от квадрика попробуют зарядить. Ой, а кто это у нас тут мыльные пузыри-то пускает? Ну, давай, давай, давай. Вот. О, как. Нагулялся, да? Гулялся? Ну, тут прям ложку-то не засовывают целиком-то в рот. Эй. Лепешки свежие, да? Вкусно? Но перед этим 25 раз сказал, нет, не хочу. Все у нас идет наперекор. Угу. Все пытаемся характер показывать. Вот такую выбрал себе бейсболку черную. Панамку он не захотел. Родители не покупают, что нужно, а покупают то, что захотел. Черный, так солнце прилипает. Так, ну а я быстренько пробегусь. Ну, все расцветает, расцветает. Все больше и больше. Так. О, шарик какой. Я люблю Черноморское. И дельфины. Вот, кстати, сейчас смотрела расписание в дельфинарии. Хотят в дельфинарий съездить. Ребятам показать. Вот. Вон наверху распустилась розочка. Ну и жуки, конечно, эти. Тут как тут, а как без них? Отцветают быстро, жалко. Вот, ну что это? Ну, вот, да, если бы вот с первых, которые распустились, и вот все бы они распустились и стояли, это был бы просто весь куст желтый. Ну, а так, ну что вот оно, вот каждый день вот это. Режешь, режешь. Ну. Вот единственный вот этот куст еще один не цветет. Рыбки мои, напоминаю вам, кто хочет участвовать в розыгрыше в Инстаграм, нужно быть подписанным и в комментариях отметить своего друга, кто у вас есть в Инстаграме там. Вот, будут разыгрываться 3 украшения. Народу пока немного, поэтому шансов много. Ну, тут тоже вот пока. Пока на гранате только 2 вот цветочка. Но зато какие вот они такие яркие. Ой-ой-ой. Прям, ну, ничего, сейчас эти вот распустятся. А, вон внизу. Ой, вон внизу есть. Вон еще. Ох-хо-хо. Так, а тут вроде вот больше солнышка с этой стороны. А еще нет распустившихся. А в розыгрыше я вам всем желаю удачи. Я понимаю, что так не бывает, но всем хочется удачи пожелать. Вот, а я сейчас, Саша поест, я его спать буду укладывать. Вот, и на этом пока закончу. Маленькие видео буду снимать, потому что у нас сейчас дел очень много тут. Вот. Костя раз приехал, надо все дела переделать. А ему надо помогать, поэтому...
особенно. Я и на дельфине вон коврики сохну. Молодец. Сейчас, зайчик. Сейчас, мой хороший. Вот, так что, девочки мои дорогие, как куда поедем, сниму. Ну, пока вот эта вот вся возня домашняя. Не знаю, я не люблю это снимать. Так что пока-пока, мои дорогие. Always a moment when the tide is